Снова здравствуйте, мои замечательные. Мам, ты чего удумала? Убери эту жестянку. Мам. Да я расчешу тебя. Это же здорово. Не надо меня расчесывать. Я сама умею хорошо расчесываться языком. Афиночка, ну давай немножко. Ну хватит. Еще чуть-чуть. Мама, ты сказала немножко. Дай мне эту чёску. У Афинки очень острые коготочки и острые зубки. Она меня, конечно, жалеет, но всяко бывает и зацепит. Вот Афина разбирается. С чесалкой расчесываться она не любит. Зато посмотрите, как прекрасно эта чесалка собирает шерсть. А я-то мучилась. Не знала, чем убирать эти подстилочки. Резиновыми перчатками. И влажными руками. И чем только я не собирала эту шерстюку. А посмотрите, какая красота. Вот как здорово. Афинка, спасибо тебе за лайфхак. Я бы и не знала, что, оказывается, этой чесалочкой можно спокойно вычесывать все твои подстилки. Покажи, покажи. Во сколько ты шерстки начесала. Молодец, мама.